Всем привет! Сегодня я еду на экскурсию в Гатчину. Это популярный пригород Санкт-Петербурга. Гатчина – это бывшая императорская резиденция, которая окутана множеством легенд. Каких именно, вы узнаете из этого видео. Поехали! Гатчина во все времена была особенным местом. Много лет назад здесь жил Павел I, император, окруженный множеством легенд. Парадные залы его дворца впечатляют даже искушенных туристов. А в темных коридорах подземелья многие чувствуют особую мистическую атмосферу. Гатчина – это место, которое никого не оставляет равнодушным. Я решила поехать в Гатчину с экскурсией из Санкт-Петербурга, чтобы посетить парк и дворец без очередей и послушать местные легенды. Билеты я брала через агентство «Турсервис». Экскурсия в Гатчину мне понравилась, поэтому в описании под видео я поделилась с вами ссылкой на этот тур. В императорскую резиденцию мы отправились на автобусе. Из центра Питера до Гатчины добрались примерно за час. По пути слушали интересные факты о Санкт-Петербурге, знакомились с историей Гатчины и узнали самое важное о ее хозяевах. Гатчина – это город в Ленинградской области. Его исторический центр называется музеем-заповедником. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно эта часть города и привлекает туристов. Историческая часть Гатчины – это два дворца – Гатчинский и Приоратский, и прилегающие к ним парки. Первым владельцем Гатчинской мызы был Григорий Орлов, знаменитый фаворит Екатерины Великой. Однако его ждала печальная судьба. Он женился на прекрасной девушке, которая вскоре умерла от чахотки. Орлов в буквальном смысле сошел с ума от горя и вскоре тоже скончался. По сей день в Гатчине ходят легенды, что его несчастный дух так и не нашел покой в стенах огромного дворца. Впоследствии этим местом владели члены императорской семьи. А сейчас мы идем на экскурсию в Гатчинский дворец. Он был построен по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди в стиле русского классицизма. Дворец – удачный образец сочетания мотивов средневекового замка и классической загородной резиденции русских императоров. Перед дворцом расположен плац, на котором Павел I так любил проводить потешные военные смотры. Тур по Гатчинскому дворцу и парку проводит местный гид. Кажется, что он знает ответ на любой вопрос об этом месте. Дворец поражает с первых минут. Его убранство отражает характер каждого владельца. После смерти Григория Орлова Екатерина II погасила долги своего фаворита и выкупила имение в Гатчине. Она подарила его нелюбимому сыну Павлу Петровичу. Екатерина не хотела, чтобы он стал императором, поэтому держала сына под надзором, подальше от престола. Конечно, дворец в Гатчине так и не стал счастливым домом для Павла Петровича. Так и возникла легенда о призраке императора с грустным лицом. Не мудрено, что обитатели и гости Гатчинского дворца всегда ощущали незримое присутствие Павла I. Эти ощущения усиливают многочисленные легенды и вещи покойного монарха, а также знаменитый рассказ Куприна «Гатчинский призрак». Советую перечитать эту книгу перед поездкой на экскурсию. И даже не сомневаюсь, что у многих из вас побегут мурашки, когда гид заведет вас в подземелье и громко крикнет «Кто здесь правил?», а эхо непременно ему ответит. Гатчинский дворец интересен с точки зрения архитектуры и истории, но больше всего меня поразили детали, которые как нельзя лучше подчеркивают характер его владельцев. Здесь можно полюбоваться парадными залами и спальней, в которой никто не спал. Отыскать потайные двери, спрятанные в интерьере комнаты. Представить, как императорские особы принимали гостей.
После смерти Павла I дворцом в Гатчине владела его вдова Мария Федоровна. Здесь во многом видна ее рука. Она завещала резиденцию своему сыну Николаю I. Однако ни он, ни его сын Александр II не полюбили Гатчину. А вот Александр III и его очаровательная супруга всей душой полюбили эти места. Они обрели здесь семейное счастье и развеяли мрачный дух, витавший над Гатчиной. Площадь дворцового парка в Гатчине составляет 141 гектар. Это десятки прогулочных дорожек, лесной массив, ухоженные клумбы и необычные лабиринты. Почти четверть площади парка занимает водная гладь, белые и серебряные озера, речки, каналы и пруды. Любопытно, что прибрежные территории имеют ярусную планировку. Это создает множество смотровых площадок на разных уровнях. С каждой точки можно полюбоваться пейзажем с нового ракурса. Важная достопримечательность Гатчинского парка – это Карпин пруд. По сей день здесь водятся огромные карпы. А с моста над этим прудом открывается лучший вид на Гатчинский дворец. Дворцовый парк делится на две основных зоны. Английский парк – это его пейзажная часть. Архитекторы создали здесь естественное продолжение окружающей природы. Вторая часть называется «Собственный сад» и имеет регулярную планировку. Все аллеи и насаждения в нем отличаются геометрически правильными формами. С этими местами связано множество интересных историй. Например, если взглянуть на парк сверху, то можно увидеть, что он весь состоит из островов. Более того, прогулка на лодке по каналам – это настоящий квест в лабиринте. Только самый внимательный гость выберется из него правильным путем. А можете ли вы представить, что в одном из озер Гатчины уместилась подводная лодка? Как и зачем она туда попала во времена Александра III? Ответ на этот вопрос нужно искать здесь, в Дворцовом парке. Гатчина точно вас удивит. Именно тут испытали легендарную винтовку Мосина, первую в России пассажирскую монорельсовую дорогу, первую в стране междугородную телефонную сеть, построили первый в России военный аэродром и открыли первую воздухоплавательную школу. Именно Гатчина, а не Петербург, первой получила городское электрическое освещение. А на выставке 1900 года в Париже ее признали самым благоустроенным малым городом в России. Архитектура в Гатчине вдохновляет. Только посмотрите на эту великолепную постройку. Это павильон Венеры, расположенный на оконечности острова Любви. Его построили по указу Павла I. Однако чары этого павильона не смогли повлиять на семейную жизнь императора. Обратите внимание на этот необычный объект. Это дом – шутка Марии Федоровны. Она хотела повеселить супруга. Так в парке появилась огромная березовая поленница. Со стороны было трудно догадаться, что это муляж, и поленницу можно открыть. Внутри скрывался павильон невероятной красоты. Гатчина – одно из самых необычных мест в стране. Она окружена загадками, легендами и забавными байками. Вместе с тем, Гатчина положила начало важнейшим нововведениям во всей России. Она видела слезы и смех, горе и счастье, стала свидетелем множества открытий и во все времена привлекала гостей. Это одновременно романтичное, печальное и вдохновляющее место. Обязательно здесь побывайте! Ставьте лайк, если вам понравилась Гатчина. Поделитесь в комментариях советами, где еще стоит побывать каждому туристу, приезжающему в Санкт-Петербург. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.